Ой, я это. Всем привет, ребята, на канале Софирка Плей. Сегодня мы будем играть в интересную игру Pet Shot. Наконец-то. Я волнуюсь. Что? На каком месте? Блин. Что? Ребята, мой пэт сохранился! Ребяточки, мой пэтик, вот посмотрите, он как выглядит. Он вот так он выглядит. Вот так, он мяукает. Посмотрите, какой он рыженький. Почему его не поставили ни одной оценки? У всех как нормальное, у меня как красивое. Так. Что с тебе сделать? Вот такой космонавт. Это нормальное, давайте мы его. Где мой пэт? Вот, Банни, как он красивый. Давайте мы... Банечки, давайте мы вот такой. Так. Прикольный вообще какой-то. Так. Где мне это убрать? Как убрать это? Вот все, я сняла. Теперь выглядит как красивый. Повязку когда на глазу берем. Ну как это смотрите вообще? Какой-то красивый смотрится. И крылья. Давайте мы розовые крылья подберем. Тут нету розовых крыльев, ребята. Могла бы. Так, розовые крылья. Давайте розовые крылья. Ну, будет вот так у меня. Да, ну не как это. Вот такое красное. Я удалю эти крылья. Эти крылья вообще они мне не нравятся. Ну хорошо, вот тут крылья красненькие. А-а-а, можно еще и поменять глазики. Глазики можно даже поменять. Давайте такой оранжевый такой. Вот такой кость. Язык не надо, вот такой интересный, вот такой. Он жует жвачку. Елочку поменяю. Елочки, давайте такие розовые. А я говорю розовые. Вообще какой-то классный какой-то. Это у нас кролик. Какой-то прикольный. Так, давайте мы ее покрасим в пинг. Значит, и розовые такие-то. Вот такой у нас кролик получился. И конечно же давайте вот такой. Блин, я хотела вот это все розовое. Классненький, интересненький. Я хочу два банта.
Вон как-то вобан-то. Че, как эта девочка-повторюшка? Не повторяй за мной. И не повторяй, и не надо за мной повторять. Я хочу вот эти как-то снежинки. Ребят, я забыла, где снежинки. Ребята, где снежинки? А, вот снежинки. Вот такой интересный парк, типа такой горит. Типа такой, давайте булочки такими. У меня с булочками так прикольно, печеньками. У меня вот такой интересный, булочками, какой-то прикольный кролик получился, ребят. Ребята, вы помните, что у меня была киса с розовыми крыльями? Такая красивая киса. Я моего кролика оценю. Королевна какая-то у меня получилась. У меня королевна будет пончиков. У меня королева пончики. Ребята, можно даже тут кого-то выбрать. Осьминожку можно даже выбрать. Ну, я не знаю. Давайте вот такое. Вот такое, что ли. А. Все, короче, у меня все готово. Чтобы меня сразу оценили. Поставила мне сразу все. Вот такой маленький хвостик. Мне нравится. Все, я готова. Я просто... Я готова. Я поставлю себе 5 баллов, потому что я сама себе нравлюсь. Милости просим на кто-то. Пойдем над сценой. Мне реально нравится. Давайте мы поставим ему 3 оценка. Это как по космот, ребят. Это что такое за модель какая-то? Но она красивая, но я поставлю 2, иди домой. Это девочка, 24 часа, я буду в розовом. Блин, они все мне нравятся, но давайте мы поставим им 3. Мне вообще все нравится, но челлендж есть челлендж. Это что за бред? Она красивая, но я ей поставлю 4. Какая милаха. О, я. Привет. Я с зайкой. Пончики. Поставьте мне. Поставьте, привет. Далее кто? Всем пока-пока, ребят! Вы были на моем канале Софитка Плей. Ой, пока. Ну, мне нравится этот лук. Мне вообще нравится вот этот лук.